Здравствуй, друг. Добро пожаловать. Мы ведь друзья, правда? Я ждала тебя. Ждала, да. И я надеюсь, что наши беседы многое объяснят. Не волнуйся. Я хочу помочь тебе. Считай меня проводником в мир тайн. Это волнительно и пугающе. Но если не струсишь, если ты позволишь мне, я помогу тебе, а ты помоги мне. А вот и твоя карта. Дурак. Интересно, кто это? Дурака узнать несложно, правда? Свобода и невинность? Или безрассудство и любовь к риску? Спонтанность? Бездумность? И ее последствия? Так что думай, но не обожгись. Императрица, только глянь. Чем ты выше, тем больнее падать. Как обидно должно быть растить маленьких монстров лишь для того, чтобы потом стать их жертвой. Но она это заслужила, поверь. Влюбленные. В распрях есть гармония, и ее видно лишь во вспышке страсти. Сердце истекает кровью, вкус крови во рту. Кто знает, может быть, в этом ключ к спасению. Колесо фортуны. Ведь что есть удача, если не колесо рулетки? Иногда приходится рискнуть. Кармические законы нам не подвластны, но судьба благоволит внимательным. Так что будь начеку. Да, колесо вращается, но острый глаз поймет, где оно остановится. Император. Авторитет, патриархат, все то, что принято разрушать, да? Сильные мира сего, а с ними и их империи падут. Ну и пускай, пусть порвут друг друга и сгниют. Колесница. С поводьями в руках мы чувствуем себя увереннее, обретаем контроль, отважно берем судьбу в собственные руки. Отважно, но иногда и глупо. Многие ищут укрытие в колеснице. Но, ты знаешь, порой там не так безопасно, как нам может показаться. О, мир! Часто наши пути пролегают прямо. Но иногда не все так просто. Иногда они переплетаются с другими. Сострадание и гнев. Там, куда ты идешь, нужны друзья. Только оказавшись в чреве зверя, мы понимаем, сколь опасным может быть путь. Смерть. У смерти много лиц. Она может значить перемены, переход, трансформацию. Ее часто трактуют как маяк надежды. Но в твоем случае это просто смерть. Солнце. Рождение нового дня. Есть еще шанс согреться в его лучах, пережить ночь. Твой выбор, твои действия, твоя жизнь поставлена на кон. Но скажи, сумеешь ли найти свой путь в кромешной тьме и снова увидеть, как восходит солнце?
страшный суд. Колокола звонят, зовут на казнь. Или нет? Буйство накопленной ненависти. Рок, что заслужен? Возможно. Да, он еще может сыграть роль, но он не забудет, не простит. Иерофант, откуда он здесь? Откуда он здесь? Ему тут не место. Он столько страдал. Нет, нет, нет. Справедливость. Око за око. Может, не в прямом смысле, но причина и следствие. Действие и результат. Во всем есть баланс. И каждый из нас помогает поддерживать равновесие. Так ведь? Луна, как уместно. Именно этой ночью взять свой страх и волнение и обратить их в интуицию. Если сумеешь и все спланируешь, это может спасти тебе жизнь. Дьявол, ничем не стесненный, словно тень, оторванная от телесной оболочки. Немедленно действуй, а то демон сорвется с цепи. Он живет в каждом, даже в тех, кто чист сердцем и читает молитвы на ночь. Перед нами отшельник. Карта, что означает изоляцию, одиночество. Но раздумье тоже. Возможно, размыслив немного, отшельник все-таки выведет тебя на безопасную тропу. Но это зависит от твоих действий. И только. Итак, сила. Сила может удивить, открыть в тебе новую мощь. Источник ранее неизвестной энергии. Полагаю, в каждом из нас есть такие силы. И они могут стать для человека как даром, так и проклятием. Это маг. Потрясающий, великолепный, таинственный, невероятный. Магическое искусство – это ловкость рук. Вот он есть, вот его нет. Моргни, упустишь. А упускать нельзя. У нас тут звезда. Звезды в ночном небе. Путеводные лучи дают нам цель или напоминают нам о ничтожности, вселяя отчаяние. Доверься сияющей звезде, она несет ясность и проливает свет. Башня. Улететь от проблем. Бить или бежать. Жизнь часто ставит нас перед выбором, но, избегая одной опасности, можно пасть в объятия другой. Любой шаг может стать роковым. Повешенный. Стать повешенным значит сдаться, а также взглянуть на вещи по-новому. Так что поразмысли, ведь иногда человеку нужно оказаться вниз головой, чтобы освободиться. Умеренность.
Найти баланс, ограничивать себя или же потворствовать. Умеренность. Выбирай. Но помни, бывает так, что умеренность не сразу приносит свои плоды. Помни, всегда остается то, что скрыто.